Всем привет, друзья! С вами канал Blitzkey, меня зовут Влад, и сегодня в видео будем с вами смотреть рюкзак от компании Xiaomi, а точнее от их дочерней структуры фирмы 90 Fun. Она шьет, в принципе, для Xiaomi всяческие такие рюкзаки, там сумки, чемоданы даже у них есть умные, то есть вот такие вот аксессуары для там путешествий и вот им подобные. И на просторах Алиэкспресса я наткнулся на весьма интересный экземпляр рюкзака, который, собственно, и заказал. Дело в том, что я и так являюсь обладателем рюкзака от Xiaomi, самого, наверное, их первого рюкзака, самого такого распространенного в свое время. Это вот такой вот Xiaomi бизнес такой рюкзак у меня. Вот он. Наверное, у меня уже года два, ничего в нем не порвалось, то есть он вообще шикарный рюкзак, он вот как он был в первозданном виде, а я, поверьте, столько рюкзаков уже сменил, вот этот рюкзак вообще огонь, он лучший. Но в этот рюкзак, к сожалению, прям вот впритык влазит мой вот этот новенький ноутбук 15.6, а мне нужно будет его периодически брать с собой, и нужен был такой рюкзак, в который этот ноутбук бы нормально помещался, не впритык, чтобы могли туда вместиться еще какие-то мои вещи, поэтому я и заказал вот эту вот штуку. Приехал ее 2 часа где-то назад, может быть 3 часа, привез ее курьер, вот в таком вот пакете она приехала, еще не распаковывал, поставил камеру и решил запилить вот такой вот видосик по распаковке данного рюкзака. Ну что ж, давайте его открывать, смотреть, из чего там и что сделано. Ну что же, вот такой вот у нас рюкзачочек получается. Здесь у нас такая бирочка с логотипом 90 Fun. Ну такой вот, не просто цифра 90 и все. На молниях здесь также представлен этот логотип. И, собственно, сам рюкзачок. Ну, он несколько больше, мне кажется, по размеру, чем мой рюкзак, но не намного. Что, собственно, радует, потому что слишком огромный рюкзак я не хотел. Ткань у этого рюкзака точно такая же, как и на моем предыдущем. Оно на самом деле не мудрено. По-моему, для них как раз они и шьют и те рюкзаки также. Здесь у нас сшита такая резиновая бирочка с логотипом 90 Fun. На задней спинке у нас твердые такие вставки, то есть он более-менее будет держать форму. И так же, как и на моем предыдущем рюкзаке, здесь есть специальная вот такая вот штука, чтобы можно было крепить данный рюкзак сверху на ручку чемодана. Очень-очень удобно для путешествий. По бокам у нас здесь получается два таких глубоких кармана. Здесь можно, допустим, какую-то воду, бутылку с водой сюда поставить спокойно. Небольшое отделение для быстрого доступа вот здесь находится. Ну и внутри, смотрите, здесь у нас один огромный такой большой отсек, плюс отдельно кармашек для нашего ноутбука. И больше никаких здесь перегородок и разделителей нет, что не может не радовать меня, по крайней мере, я так и хотел. Сюда мы будем помещать наш ноутбук, давайте сразу его затестим. Берем ноутбук, кладем и смотрите, сколько еще места до верхушки, то есть он здесь очень-очень свободно себя будет чувствовать. В предыдущем рюкзаке у меня вот здесь вот уже молния заканчивалась, и он прям был впритык, здесь вот выпирал. Здесь же у меня будет довольно-таки свободное такое пространство, чтобы еще что-то туда положить. А обычно еще в рюкзак я кладу свою камеру, она у меня вот в такой вот сумочке в кейсе, в таком, ну, тоже мягко-твердом, я даже не знаю, как это назвать. И тоже это будет нормально здесь помещаться. То есть смотрите, сколько еще места здесь остается. Сюда еще можно что-то положить. Еще обычно я с собой таскаю сумочку с аксессуарами. Тут у меня картридер мой, вот этот вот чемодан лежит. Куча проводов всяких, флешки. Ну вот все-все-все у меня в одной куче. Здесь же у меня лежит диктофон с петличкой. И такая вот удобная штучка. Также будет прекрасно здесь помещаться. И еще смотрите, опять-таки, сколько места остается. Вполне себе такой вместительный у нас получается рюкзак. Мне нравится. Мне нравится, что он сделан ровно, точно, практически так же, как и мой вот этот нынешний рюкзак от Xiaomi. Рюкзак классный. Особо логотипов нету. И это тоже для меня плюс. Но я больше такой приверженец, наверное, классики. Мне вот нравится именно все вот в таком строгом черном, там, допустим, цвете, как в данном варианте. Тут у нас специально для того, чтобы застегивать, есть такие штуки, чтобы держать молнию, и можно спокойно ее застегнуть. Ну и вот так вот это все выглядит в закрытом виде. В принципе, неплохо смотрится, мне нравится. Я вот именно такой, наверное, и хотел. Единственное, что у меня вот у прошлого рюкзака, вот здесь вот, если вам будет видно, сейчас покажу,
Здесь вот такая вот есть вставка, да, она вот не тканная, она такая вот непонятно из какого материала сделана, то ли такого прорезиненного. Вот здесь бы, конечно, хотелось бы точно такую же иметь, потому что вот эта часть, она более подвержена протиранию, там, то есть я его ставлю и на пол, и везде, то есть потом тряпочкой протер и без проблем. В общем, вот такой вот рюкзачок, сейчас я еще его попробую на себя одеть и показать вам, как это выглядит на спине. Ну что ж, друзья, у меня примерка нового рюкзачка, прям с пылу с жару решил померить, посмотреть, да и вам показать, как этот рюкзак сидит. Смотрите, в принципе, он сзади никак не выпирает, то есть он не смотрится огромным таким большим баулом. Все компактненько, все хорошо, тем не менее, в нем внутри уже лежит ноутбук, сумка от камеры, потому что на камеру я сейчас снимаю, поэтому он еще не так сильно мне тяжелит, но тем не менее, вот так вот сбоку, да, если посмотреть, вполне себе такой компактный вариант. Я люблю рюкзаки, и мне нравятся вот такие вот именно форматы. Не знаю, как еще вам тут показать, вот так. В общем-то, на сегодня, наверное, это все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если видео было полезным или просто понравилось. Заходите ко мне на канал, смотрите другие мои видеоролики. Подписывайтесь, если хотите. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока.